Друзья, привет, это Игорь. Новостройки, но сегодня у нас виллы. И виллы не простые, а от компании Next. Кто не знает застройщика, обязательно посмотрите их проект. У меня их несколько разборов на канале. А я вам хочу сегодня показать их очень крутой проект вилл. Я сюда приезжал еще в прошлом году, когда они только-только строились. Сейчас они уже процентов на 99 завершены. Посмотрим с вами, как выглядит территория. И посмотрим одну из вилл, которая, кстати, продается. Здесь осталось на продаже всего 4 виллы, если не ошибаюсь. Так что не будем терять времени, вам приятного просмотра, с вас подписка, лайк, поехали смотреть. Вот так выглядит весь проект. Здесь есть детская площадка, небольшая, бассейн, управляющая компания, видеонаблюдение, закрытая территория. Плюс у некоторых вилл можно было делать индивидуальные бассейны. Вот так сейчас выглядит бассейн. Он уже залит водой, уже даже лежаки поставили, поэтому все, в принципе, готовится постепенно к приему гостей и заселению собственников. Виллы снаружи, они отделаны люкобондом. Здесь 16, по-моему, вилл, если не ошибаюсь. Они одинаковые. Визуально они выглядят как таунхаусы. То есть вот это здание, это одна вилла. И она поделена пополам. Здесь зеленая изгородь у нас и небольшая территория. По площади виллы одинаковые. У них 145 метров это общая площадь, и небольшие террасы 15-20 метров. Мы их тоже посмотрим. Но отличаются они по цене из-за размера участка. То есть у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, в зависимости от расположения. Итак, залетаем в виллу с первого этажа. Само собой, здесь у нас сразу лестница наверх, туда мы пойдем чуть позже. Тут у нас прихожая с моим рюкзачком. И мы попадаем в общую такую большую гостиную, которая плавно может переходить вот через эту дверь в большую обеденную зону. Здесь панорамное окно на ту сторону, на дворик, и большая тоже дверь с выходом во двор в обратную сторону. То есть можно, в принципе, ее использовать как хочешь, но по проекту вроде как она предусмотрена как большая обеденная зона. Планировку тоже я вам покажу. Она примерно вот так выглядит, именно вот этого помещения. Эта вилла конкретно, она продается. По секрету скажу, она продается чуть-чуть дешевле, чем у застройщика. Она продается не в таком виде, она полностью будет под ключ. То есть вот это помещение, оно будет выглядеть вот так. Здесь полностью все будет укомплектовано, вплоть до там посуды, полотенец и так далее. Здесь большой санузел, тут уже сантехнику развели, инсталляцию установили, кстати, даже. И здесь вот прям можно даже большую ванну поставить при желании. Здесь у нас техническое помещение, где всякие там регулировки, отопление. Здесь, кстати, котлы будут. Газ уже проведен, вот Сокаргаз стоит, счетчик. У каждой виллы индивидуальный, естественно, тут котлы будут. И вот такой небольшой уютный дворик. Это именно задний дворик. У этой виллы еще классно то, что она одна из немногих смотрит прям очень классно на горы. Даже отсюда, если посмотреть, с первого этажа видно. Я забыл совсем про расположение. Они находятся в Чакве. Вот так этот райончик выглядит с высоты. Здесь началась чайная история Грузии. Еще во времена Российской империи сюда привезли китайского мастера. Я об этом чуть-чуть подробнее рассказывал в разборе проекта «Ботаника 2». Поэтому, если не видели, посмотрите. Он находится чуть-чуть дальше от этой локации. Очень тихое, классное место. Зеленое. Да, здесь нет вида на море, но море здесь буквально, ну вот, сами видите, до него здесь пройти там минуты 3-4 пешком по ровной дороге, и нет тут шума ни машин, ничего. Рядом, кстати, здесь уже достраивается, уже почти полностью готов новый детский сад. В районе еще есть школа с русским классом, и в принципе для жизни здесь есть достаточно всего, и больница есть. Добираться сюда, ну вот я сегодня ехал по пробкам, где-то минут 30 я ехал на такси. Если пробок нет, то, собственно, минут за 20 точно можно доехать. Залетаем на второй этаж. Достаточно такая крутая лестница. Здесь нас встречает дверь вот такая. Не знаю, туда лучше не выходить, потому что выйти некуда. Но как вариант для проветривания. И здесь у нас, в общем-то, несколько спален. Это прям очень большая спальня с большим панорамным окном. Если я не ошибаюсь, здесь даже будет привод металлический. То есть прям такие основательные окна, они будут открываться очень прикольно. И что классно, тут у спален есть свой санузел. И у этой, и у нижнего помещения. Достаточно тоже просторный. На планировке он вот так будет выглядеть. И заходим сюда, здесь мастер-спальня уже, тоже здесь огромный санузел, еще даже больше, чем внизу, с панорамным окном, с видом на, там вот бамбуки даже растут. Здесь тоже уже инсталляция установлена, коммуникации разведены, и еще раз вот такой вид, это уже из главной спальни, вид на бассейн и на территорию, собственно.
Ну, вот так выглядит вид на горы. Сегодня, к сожалению, облачно, но вид даже в такую погоду очень классный. Здесь прям супер гуд. И из главной спальни есть еще выход на вот такую террасу открытую. У нее здесь по периметру стекло. Очень прям приличная такая терраска. Тут можно и здесь гриль-зону сделать, и внизу где-то поставить гриль-зону, например, вот здесь. Или там, или я бы вообще, может, даже на заднем дворе поставил, потому что туда есть выход. То есть можно вот здесь поставить мангал, барбекю, гриль и так далее. И вот, в общем-то, соседние домики. Они почти все распроданы, осталось всего 4 виллы, если не ошибаюсь. Итого, что мы имеем? Мы имеем огромную гостиную, которая вот так выглядит, прям очень большая, с кухней. Отдельно выведена обеденную зону на первом этаже с выходом во двор. Также из кухни есть выход в обратную сторону, что очень удобно. Если поставить мангал на заднем дворике, то можно туда выходить. Отдельно есть свой санузел большой на первом этаже, техническое помещение на первом этаже. И на втором этаже у нас две спальни, большие спальни, в каждой санузел. Это очень классно. И еще терраса открытая из главной мастер-спальни. С видом на горы, на все, что вот это вы красивое видели. При желании можно даже на крышу залететь, но я не буду. Не, ну реально, посмотрите, вот с первого этажа очень много света, огромные окна. Это я еще приблизил. Раз окно огромное, два окно огромное, и там еще окно. И еще плюс с задней стороны стандартная дверь с выходом. Прям очень классно, здесь можно отдыхать, причем, что площадь-то небольшая, относительно там дома, да, но, тем не менее, очень даже интересно. И готовность. Сегодня выходной почти у всех рабочих, и обещают, кстати, ремонты где-то через пару месяцев закончить. Здесь, опять-таки, еще раз повторюсь, будет все под ключ, но купить можно от застройщика и без ремонта. По ценам виллы стоят по 300 тысяч, это без ремонта, вот в таком состоянии, как мы сейчас заходили, и 380 полностью под ключ по проекту застройщика. При желании, когда покупаешь, можно добавить еще бассейн свой, как я уже говорил в начале, но он небольшой, не глубокий, но тем не менее, если хочешь отдельный бассейн, можно за доплату у застройщика заказать еще такой бассейн. Здесь уже газончик постелили, вот качели поставили, детская площадка небольшая. Ну, тут буквально, в принципе, как бы вот одна качель, кольцо баскетбольное и... Точнее, это не качель, это горка. И две качели. В принципе, и все. Ну, как минимум. А здесь вот уже через забор начинается садик, и тут побольше всего уже будет интересного. На самом деле, очень классный вариант. Мы его, по секрету скажу, даже себе рассматривали в прошлом году, но не получилось. Не получилось, не фартануло. И я уверен был, что получится очень здорово. Мне прям действительно нравится. Здесь очень тихо, спокойно, место хорошее. Но вот как бы последний шанс. Тем более, кто хочет уже побыстрее и не обязательно для себя. То есть здесь будет управляющая некстовская, и можно будет это дело все сдавать в управление. Друзья, ну что, пишите, как вам объект, понравился, не понравился, буду рад комментариям. А я с вами прощаюсь, до новых видео, пока.